Приветствую вас, друзья! На своем канале я часто рассказываю вам про различные способы заработка на криптовалюте. И если обычно они сводятся к фармингу, трейдингу или инвестированию в молодые волатильные токены, которые могут дать потенциальные иксы, то сегодня я хотел бы показать пример весьма необычного способа получать прибыль от криптовалют. Заработок этот будет основан на стейблкоине Dirham, который отчеканен на блокчейне Ethereum и по цене всегда равен одному арабскому дирхаму. У меня уже выходил подобный обзор данного проекта и всех его планов на будущее, так что если пропустили его, то обязательно посмотрите. В сегодняшнем видео я хотел бы более подробно рассказать вам про ICO распродажу от данного токена, а также наглядно покажу вам, как принять в ней участие. Ведь токен Dirham, несмотря на то, что является стабильной монетой, все равно имеет весьма неплохой потенциал для заработка, именно благодаря распродаже. Их сейчас у Dirham проходит две. Первая проводится в формате IEO на бирже Peer-to-Peer B2B. Там токены Dirham можно купить по 25 центов за штуку и еще получить за это бонусы в 9%. А потом сразу продать по 27 центов и получить за это суммарно процентов 10-15. Но согласитесь, что для опытного криптоинвестора 10-15% прибыли это не очень много, поэтому более выгодным путем будет покупка токенов Dirham именно на ICO, где есть возможность даже удвоить свой капитал, а в будущем получать даже потенциальную иксовую прибыль. Возможно, это благодаря тому, что участие в ICO на Dirham открывает сразу несколько возможностей для заработка. Первое – это, разумеется, простая покупка токенов с большой скидкой в целых 25% и последующая их продажа на централизованных биржах вроде Finexbox, Coinsbit или LaToken по стандартной цене Dirham 27 центов. Второй путь заработка – это не сливать токены Dirham сразу, а отправить их в стейкинг, который будет доступен только для ICO инвесторов и старт которого должен будет произойти сразу после распродажи – 20 июня. Данный стейкинг будет приносить по 0,8% в сутки в течение 100 дней, что даст получить больше чем 2 икса прибыли при продаже Dirham после стейкинга по рыночной цене. Третий путь заработка – это airdrop монет HabiCoin среди всех участников ICO Dirham. Ведь каждый ранний инвестор данного стейблкоина получит монеты HabiCoin сразу после их запуска и перемайна на сумму в 10% от суммы своих инвестиций в ICO. А эти монеты уже будут волатильными и, получив их раньше всех на этапе перемайна, можно будет в будущем продать их и может даже в несколько раз дороже. Ну и наконец, четвертый способ заработать на Dirham – это участие в реферальной программе. Она тут имеет 15 уровней в глубину и позволяет зарабатывать суммарно до 38% от инвестиций ваших партнеров в ICO токенов Dirham. Тем более, учитывая, что для участия в ICO, да и в целом для регистрации на сайте, обязательно нужен код пригласителя. Поэтому каждый ICO инвестор по-любому будет чьим-то рефералом. Мою же реферальную ссылку вы сможете найти в описании под данным видео. Теперь, что касается самой покупки токенов Dirham. Первым делом нужно создать аккаунт на сайте. У меня он уже есть, поэтому я сразу перехожу в раздел «Buy DA». Тут мне нужно выбрать монету для покупки. Выбор довольно большой. Есть и биткоин, и всякие его форки, и даже анонимные монеты. Мне же самым выгодным вариантом покупки кажется лайткоин, потому что у него из всех представленных монет самые низкие комиссии. Поэтому я ввожу предполагаемую сумму покупки и копирую адрес LTC кошелька, сгенерированный для меня. С этим адресом я иду в свой аккаунт на Binance и просто ставлю монеты LTC на вывод, используя адрес из личного кабинета Dirham. Только учтите, что минимальная сумма покупки на ICO Dirham составляет $200. Я купил на 1.33 лайткоина, что составляет примерно $250. И как только Binance обработает транзакцию на вывод, я увижу свою покупку в личном кабинете Dirham в разделе Transaction History. А также купленные мною 1185 токенов DA будут отображаться в окне баланса.
Теперь я могу либо перейти в раздел Send, чтобы вывести токены Dirham на любой сторонний Ethereum кошелек, или на биржу, где я смогу продать свои купленные токены на $250 уже за $320. Либо я могу прямо в разделе Exchange на сайте Dirham поменять свои токены на любую другую валюту. Однако делать ни того ни другого я не буду, а оставлю свои токены в личном кабинете и 20 мая отправлю их в стейкинг на сайте Dirham. Ведь цена у данного токена все равно стабильная. Поэтому продать я его смогу хоть сейчас по 27 центов, хоть через 100 дней по той же самой цене, но только уже вместе с наградами за стейкинг. Если вы тоже захотите принять участие в ICO Dirham, то переходите для этого по моей реферальной ссылке в описании. Только обязательно помните о рисках. Dirham хоть и является стейблкоином, но даже тут имеются риски уйти в минус или полностью потерять свои вложения. Поэтому обязательно проводите собственные исследования проекта перед совершением любых инвестиций. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.